На Международный женский день артисты Дворца культуры имени Воровского подготовили для прекрасной половины человечества праздничный концерт. Для зрителей выступили лучшие творческие коллективы. В наступлении весны, конечно же, самый главный праздник – это 8 марта. Вот, и поэтому наш сегодняшний концерт посвящен Международному женскому дню. Все коллективы Дворца культуры Воровского подготовили замечательные номера, чтобы поздравить прекрасную половину человечества с этим замечательным весенним праздником. Среди артистов были разнообразные творческие коллективы. Они подготовили для зрителей вокальные, хореографические номера и стихотворения. Всех их объединяла одна общая тема. Эти произведения воспевали красоту и доброту женщин. Можно уверенно сказать, что концертная программа получилась насыщенная. Полноценный концерт, это будет вокал, это будет хореография различного плана. Ну, естественно, с конферансом. Это будут наши лучшие коллективы. Выступать будут показывать свои лучшие номера. Как известно, в этот весенний праздник мужчины поздравляют женщин. Руководство Дворца культуры имени Воровского присоединяется к поздравлениям. Чего бы вы хотели пожелать в преддверии праздника прекрасной половине человечества? Спокойного семейного счастья и благополучия. Сергей Дружинин и Егор Кабанов для программы «Городские вести».